Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать третий разворот для нашего совместного проекта. Для третьего разворота иллюстрации стихотворения Сергея Есенина «Белая береза» я сделала заранее вот такой вот разворот у меня на ткани прошитый. Мой альбом в виде замка. Естественно, я выбрала вот этот лист с белыми березами, который идеально подходит под это стихотворение. Распечатала две вот такие вот фотографии с зимней фотосессии, с новогодней, студийной. Вот эту фотографию я буду располагать здесь, так как здесь фон очень хорошо подходит под нее, по цвету, по текстуре. И вот эту фотографию, несмотря на то, что она достаточно темная, но здесь очень много белых пятен, поэтому фотография вот эта светлее, чем вот эта. И ее я буду располагать на белом фоне. Она достаточно симпатично будет смотреться на таком белом фоне. И сейчас я буду подбирать декор украшения. А, чуть не забыла сказать. Здесь у меня фон. Это просто обычные картонная заготовка из переплетного картона, которую я покрасила водным спреем с золотым напылением. Просто широкой кистью смачивала в спрее и закрашивала всю поверхность. Поэтому она такая получилась очень фактурная, интересная. Ну и в конце, когда все подсохло, я чуть-чуть еще побрызгала оставшимся пигментом. Получилась такая вот очень интересная. Интересный прием.